Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас на очередном форуме. Я вот после Джона Грина, который является экспертом ЭСГО, представляю наше общество российское, РСГО, да, только первая буква – это Россия. Общество, которое существует с 90-го года, созданное вот ОНИСом Европейского общества в Италии, а Ян Бохман и Леван Черквиани создали общество СССР. Далее это стало общество российское, которое существует. И в прошлом году мы проводили онкогинекологический российский форум, на котором мы решили сохранить вот статус этого общества. Было переизбрано президиум общества. И мы планировали, что будем проводить форум один раз в два года. Но так как теперь бренд онкологического общества, они нам дали еще одну нишу, и мы теперь можем ежегодно проводить в течение двух дней в трехдневном форуме наш онкогинекологический форум. И видите, он второй, в отличие от первого онкологического форума. Хочу сказать, что у нас есть сайт, обратите внимание, rsgo.org. На этом сайте вы можете получить общую информацию об обществе, но самое важное, мне кажется, для членов общества, есть закрытый раздел, вы можете вступить в это общество, и где вы получите презентации прошлогодние, все докладчики любезно разрешили использовать их презентации в PDF и видеофильмы вот на этом сайте, вы можете этим воспользоваться. Вот можно и в бумажном варианте заполнить такую информацию. Научно-практическое наше общество вот, приглашает вас активно участвовать в нашем мероприятии. Кроме того, у нас публикуется, вы видели, могли получить журнал «Вопросы онкологии», и многие опубликовали к сегодняшнему событию свои статьи, которые будут звучать в виде презентации. Это «Вопросы онкологии», ваковский журнал, PubMed публикуется. Я думаю, что будет для вас интересно. И еще я хотела сегодня сказать несколько слов о человеке, который наш друг нашего общества российского. Это главный онкогинеколог Украины. Многие годы она была руководителем онкогинекологического отделения ракового института в Киеве. Она главный специалист, она главный президент была общества Украины, ассоциации онкологов гинекологов, была награждена правительственной наградой Украины, княгини Ольги третьей степени. В этом году ее не стало. Я прошу почтить память вставанием. Спасибо. Я думаю, что теперь мы, наверное, открываем уже наш форум.